Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Спасокулковский. Я работаю персональным тренером. И сейчас я представляю видеодиск, который скоро у меня выйдет, для женщин. Методика тренировок Юрия Спасокулковского для женщин. Данный диск не сделает девушку культуристкой или бодибилдершей, наоборот. Он позволит девушке стать стройной, сделать себе красивые формы, накачать именно те места, которые девушка хочет поднимать, то есть ягодичные мышцы, грудные мышцы, а остальные группы мышц, остальные части тела мы будем работать на стройность и на пропорции. Если вы посещаете тренажерный зал или ходите в группу по аэробике, это еще не значит, что через год или через два года вам кто-то гарантирует какие-либо результаты. Занимаясь по моей методике, вы получите результаты на 100% и уже через 2-3 месяца занятий. Это происходит потому, что у вас есть индивидуальная программа питания и тренировок с учетом ваших пожеланий и индивидуальных особенностей вашего организма. Данное упражнение предназначено для тренировки бицепса, и оно хорошо тем, что оно не нагружает позвоночник и в то же время не увеличивает массу бицепса, увеличивает только тонус этой мышцы. Берем гантельку, садимся, упираемся руками в бедро. Голову подняли, саночку держим, работаем, сгибаем когда-то бицепс, упираемся в бедро постоянно, выдох, вдох, выдох, не спеши, темп должен быть плавным, обязательно. Еще, держим саночку, еще, еще, медленно напрягли бицепс, поставили гантельку на пол, закончили. Система упражнений по специальной методике для женщин дает свои результаты уже через 2-3 месяца. Следующее упражнение называется приседание в стиле сумо. Оно позволяет накачать красивые ягодичные мышцы лучше, чем любые другие упражнения. Держим спинку ровно, ставим сандвич, берем узко. Хорошо, сводим лопаточки. Прогнули спиночку, начинаем уходить на пятку. То есть хорошенько отводим назад таз, садимся, наклоняемся поближе. Раз, встаем. Раз, хорошо, еще 5 раз. Сели, на руку напрягли, отлично работает ягодичная мышца, отлично, отлично, еще раз, сели, встали, еще два раза, попочку назад, терпи, завтра будут болеть ягодичные мышцы очень сильно, но зато форма ягодиц буквально за 2 месяца станет очень красивой. Забираем, ну что, на первый раз тяжело показать, да? Но это приятно. До знакомства с Юрой я ничего не знала о том, что неправильное приседание увеличивает ноги, а ягодичные мышцы остаются без нагрузки. Но Юрий научил специальное приседание для девушек, которое накачивает ягодицы, а ноги остаются стройными. Данное упражнение предназначено для тренировки трицепса руки и трехглавой мышцы руки. Как всегда, при работе с девушками, мы учитываем, что это проблемная зона у большинства женщин, и нам надо ее усиленно прорабатывать. И это упражнение не опасно для позвоночника. Берем гантельку правой рукой, поднимаем ее над головой. Сгибаем за голову, выдох, полностью разгибаем, напрягаем трицепс. Делаем медленно. Выдох. Вдох. Выдох. Обязательно держим осанку, держим мышцы пресса напряжения, чтобы не портилась привычка правильно выполнять упражнение. Выдох. Еще два разика. Медленно вдох. Напрягаем трицепс. Выдох. Вдох. Напрягаем трицепс. Выдох. Локоть в этом упражнении не двигается. Потом выполняем второй рукой такое же количество повторений. Я занималась в течение 1 года аэробикой в группе, но мне не нравилось, что нет индивидуального тренерского подхода и изменений в моем теле. Следующее упражнение называется приседание в стиле плие или плие-приседы. Оно позволяет проработать внутреннюю часть бедра и сделать эту область, которая является больше проблемной зоной, более красивой и подтянутой. Поехали. Садимся в крайнюю сторону. Раз. Глубоко сели. Встаем. Выдох. Вдох. Глубоко опускаемся, выдох, поднимаемся, работаем, глубокое опускание,
Вы так поднимаемся, чувствуете, работает внутренняя часть бедра. Еще пару раз, пожалуйста. Вдох. Выдох. Еще два раза, терпи. Смотри вверх. Вдох. Выдох. Спинку держим прямо. Вдох. Выдох. И заканчиваем упражнение. Завтра ждем незабываемых ощущений здесь и такую походку. Немножко странно, но зато потом будет это красиво. Мне нравится заниматься танцами, аэробикой, ходить на йогу, посещать бассейны. Но все-таки я убедилась, что занимаясь бодибилдингом, девушка обретает такие формы, которые она хочет. Данное упражнение позволяет накрасить, накачать красивые ягодичные мышцы. Мускулус глютеус максимус. Для того, чтобы работали мышцы правильно, нужно приседать на пятках. Для этого мы пробуем работать с лавочкой, чтобы научиться садиться и отводить таз назад одновременно. Пробуем. Садимся. Раз. Хорошо. Пробуем чуть ниже, не так высоко ручки поднимать. Два. Хорошо. Еще пробуем ниже. Три. Колени в стороны, таз назад. Четыре. Обратите внимание, что мы работаем на пятках. Пять. И последний раз. Поглубже, поглубже. Шесть. Встаем и выполняем так три подхода. Можно заниматься аэробикой и ходить в тренажерный зал и не иметь никаких результатов даже через несколько лет тренировок. Данное упражнение называется мертвая тяга со штангой. Также его называют еще румынская тяга. Оно позволяет проработать заднюю поверхность бедра, избавиться от жира, целлюлита и убрать все лишнее там, где вам это нужно. Спасибо. Поехали. Лопаточки сводим, глубокий наклон и выпрямляемся. Мы чувствуем, как растягивается и прорабатывается задняя часть бедра. Упражнение очень эффективно, очень полезно именно для девушек. Потому что эта часть всегда очень интересна для всех, кто приходит в зал. Также в упражнении работают длинные мышцы спины. Еще два разика, выдох. Еще раз. Вдох поглубже, растягиваем хорошо ножки. И выдох. Завтра будут болеть эти мышцы, но это полезно. Закончили. Спасибо. За два месяца уменьшить талию можно на 10-15 см, а грудь болит всего лишь на 1-2 см. А ягодичные мышцы можно вообще не убирать или подкачать.